нашої студії завітав один із авторів проекту, автор ідеї проекту «Битва рок проти джазу» Володимир Алексєєв. Доброго ранку вам. Розкажіть нам уже про це друга битва. Розкажіть нам про вашу другу битву «Рок проти джазу». На біс. Да. Ну, битва не вторая, но первая, просто повторяется на бис, шоу, которое мы сделали впервые 2 декабря в нашем городе, где была идея объединить лучших роковых музыкантов города, причем там не одного, двух, а несколько десятков, объединить с джазовым оркестром и исполнять там композиции роковые в неожиданных аранжировках, как бы. Эта идея пришла по вкусу нашим горожанам, гостям города, да, то есть и очень многие люди, которые попали, они хотели попасть еще, а многие не знали, что это такое, не думали, что это будет очень круто. И вы решили на бис. Да, и мы решили, да, сделать, как бы, для тех, кто хотел, но не смог, сделать это. То есть это не вторая часть, вторая тобто часть будет позже. То майже те саме, тільки просто. Да, это будет именно однаково. Те саме для тих, хто не був. Або для тих, кому дуже сподобалось і хоче повторити ці да, враження. І приємно то, що таких людей дуже багато, і которые, то есть, були перший раз і йдуть другий раз, то есть, ну, не тільки на Олега Вінника покупають на цей концерт по 2 рази. Нам би хотілося також дізнатися ось від вас, як від автора ідеї. Одного із авторів? Одного з авторів. Як взагалі виникла ця ідея створення? На самом деле, вона, как бы, ну, витала в облаке, просто, как бы, ну, у нас был большой хороший концерт на День города, где с биг-бендом мы объединили очень разных участников, и это получилось очень здорово, очень круто. И после этого мы вместе с Татьяной Орловой и Антоном Артамоновым там стали общаться, чтобы там вот, как бы, продолжить в таком духе. И вот так вот каждый, там, кто-то носил свою лепту, и родилась идея соединить джаз и рок, как бы. Я когда-то участвовал в шоу «Битва оркестров», ну, наш коллектив, и, как бы, само слово «битва», ну, есть там «Битва экстрасенсов», «Битва» там еще чего-то, то есть само слово «битва», оно вызывает, ну, то есть уже есть какое-то клише, да, у зрителей, то есть оно подразумевает что-то интересное, то есть поэтому мы назвали это «Битва рок против джаза», хотя по факту, на самом деле, ну, нету такого, то, что лучше, нельзя сравнить там, что лучше рыба или мясо. То есть, да, но... Тобто перемогла дружба. Да, да. То есть суть в том, что одни и те же композиции, в частности роковые, они объединяются, и они звучат спреджазованно. Играет соло, например, не только гитарист, а ему против битва с тем, что играет саксофонист с гитаристом. И, та же там какая-то роковая композиция звучит, например, там Нирвана, звучит очень нежно под звуки фортепиано, и тут же она на контрасте звучит очень жестко, драйвово, как она была в оригинале. То есть на контраст. То есть они, как дополнение происходит, но и противопоставление. Мощное звучание духовых против стандартного звучания драйва гітар. Да? Ви так яскраво все... і образно розповідаєте, просто вже уявляємо, да, як просто, це відбувалося. Яскраве утро, как бы, не зовсім стандартне время для я музикантів. Я пропоную нашим телеглядачам, для того, щоб вони прокинулися під ось такі контрастні битву музики, переглянути невеличкі фрагменти того, як відбувалося під час першого показу битви рок проти джазу, тож дивимось, наші дорогенькі. Я хочу сказати, що навіть дуже по-ранковому так бадьорить. Ну да. Розкажіть нам трішечки про учасників цього проекту. О, это их так багато. Да, їх очень много. То есть на самом деле у нас за это время на сцене в течение всего концерта почти 100 музыкантов.
То есть есть, с одной стороны, сидит Биг Бен, который, оркестр сидит все время. У нас стоит две барабанных установки, два комплекта для ритм-группы. То есть и в течение того, как идет концерт, группы, одна группа играет, вторая в это время меняется. И таким образом, то есть нет пауз никаких, то есть для зрителя нету заминок никаких, то есть очень все выстроено по режиссуре. И таким образом идет постоянное движение, идет ротация. Музыкантов это, ну, лучшие музыканты, музыка лучшие группы. Да, музыка не останавливается. То есть одна группа ушла, а вторая уже сидит. Але це, мабуть, дуже складно без... Ну, було, да, було непросто. Большое спасибо там нашим друзьям, партнерам компании «Музичний світ», которая с технической точки зрения, мы работаем с ними уже, ну, почти 10 лет. И как бы я очень противный, выношу мозг, если что-то там вот не так. То есть они знают все особенности, специфики работы с такими сложными проектами и очень круто справляются. Люди все отмечали, что был очень хороший звук. По группам это группа Гримов, группа Крылья, арт-проект «Живые» с Димой Скороходовым. Это «Импульс», «Черри Мэри», «Радио Старс», Саша Казаков, Саша Казакова, Никита Худяков, Антон Артамонов, Таня Орлова. То есть это Саша Волков, музыканты, которые... Говорить можно вечно. Да, ну, то есть как бы, очень много соли... Ну, и Ваня Белоусов, да, вот, который там, недавно нашумел тем, что там, кинул вызов с одному из очень известных людей в этом мире. Ну, в общем, очень круто. Очень насыщенная команда. А, группа Ньюсенс еще. То есть я... Досить насыщена, да, очень такая много, программа. То есть, и абсолютно разная музыка. То есть, от, там, вы слышали и Рамштайн, и тут же тебе я свободен. И это, ну, коли буде відбуватися ця битва на біс? В Николаеве это произойдет 24 февраля, совсем скоро. Приятно то, что у людей, как бы, ну, есть интерес к этому, и мы можем, да, констатировать факт, что там за там, 10 дней до концерта уже билетов фактически нет, там, может быть, там пару десятков их оставалось, и все. То есть это интересно, как бы это приятно, и то, что людям это важно и нужно. Также сам мы эту биту проводим сейчас в Херсоне, то есть там, ну, как бы это наш... Наши друзья, наши соседи, и как бы тоже несем это дело. Ну и я думаю, что у нас, ну, есть предложение из других городов, то есть людям заинтересовал этот формат, так что я думаю, что наш Николаевский проект, он будет... Тож ми з Іною будемо готуватися до шаленого концерту. Дякуємо нашому ранковому гостю, заряджаємось позитивом. Не пропустіть таку подію, наші дорогенькі, тому що, мабуть, так само, як новий день бадьорить вас зранку, вас може збадьорити і битва рок проти джазу.